Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и сегодня мы с тобой продолжаем играть в мир кораблей, морских баталий, точнее, да, там, мир морских баталий, продолжаем с тобой. Сегодня тестим немножечко, ребят, корабль, выйти у маяка, немножечко порыбачим, немножко потестим на пиратов, ребят. Корабль. Вот, поплаваем, посмотрим, что он из себя представляет. Пофармим ресурсов, молясь. Поплыли куда-нибудь сюда, наверное. А, там против ветра плыть, замечательно. Туда мы не поплывем, значит, поплывем туда. Вот, немножко пофармим ресурсов, ребят. Опять ночь долбанная, ненавижу эту ночь. Не знаю, больно уж часто она здесь и слишком уж долгая, как по мне. Вот, да, у меня в настройках, ребят, стоит светлая ночь, если что, у меня, да, в настройках есть вот светлая ночь, она у меня стоит, вот темная вот такая, да, вот такая вот светлая, темная, светлая. Все равно, мне просто ночь не нравится, она, ну, действительно, темнота, не видно, а на ютюбе так вообще ни хрена там уже не видно. Вот, ладно, сегодня попробуем пофармить пиратиков, как я говорил. Посмотрим, что из этого получится, что этот корабль себя показывает с пиратами. Как торгаш, что он, в принципе, хорош. Я уже говорил это. Но хочу посмотреть именно, что будет у нас происходить с пиратиками. Здоровый, конечно, корабль такой, с парусами здоровыми. Экипаж-то я, ребят, не сменил. Блин. У меня мушкетеров, мол, у меня одни эти. У меня одни матросы, короче, на корабле. Ну, все, блин, встали. Все, приплыли. Опять этот ветер долбанный. Терпеть не могу этот ветер, который в лицо тебе вечно дует. Хрен куда доплывешь. Знаете, мне кажется, вот в игре на самом деле небольшой онлайн, да, то есть игроков. И фанатов этой игры не так много. В основном, наверное, люди, которые, ну, которым нравится. Ну, морская тематика. И мне кажется, некоторые игроки не играют в эту игру и уходят из этой игры, потому что вот все медленно. То есть корабль медленно плавает, плавает далеко. Еще вот этот вот ветер, который дует в лицо тебе все время. То есть, ну, максимально усложняется вот эта вот жизнь, да, передвижения твои. Максимально усложняются. И вот, допустим, мне, честно скажу, снимать серии тяжеловато. В том плане, то, что чтобы просто... Ну, у меня вот часто, да, вы видите, кто смотрит мои серии, видите то, что у меня часто пролеточки, да, есть. Где я просто вырезаю моменты, пока я плыву, и порой, чтобы снять 30-минутную серию, если я что-то такое грандиозное хочу, там, доплыть из точки А в точку Б, если я такую грандиозную серию хочу снять, то мне приходится, ребят, снимать ее 2 часа. То есть, чтобы снять 30-минутную серию, надо снимать 2 часа. А это, извините, ребята, время, да? Это, извините, ребят, время и немало. То есть тратить очень много времени приходится. Это не очень хорошо. Охота, чтобы, конечно, все это как немножко побыстрее происходило. Так что ты делаешь, алё, быдло? Ты победён. Ты победён. Так, ну я думаю, сейчас просто потопим, да. Ну, пушки, говорят, ребят, сами за себя. То есть пушки у меня топовые здесь стоят, ПВЕшные. Заметьте, я 250 хп потерял чисто на огне. По-моему, они апнули огонь. Я уже про это говорил, потому что жопа подгорает намного больше. Жопа, ребят, подгорает намного больше. Раньше так жопа не подгорала. То есть 250 хп я просто потратил на огне. Но разработчики нам не скажут, если они что-то апнули, если что-то изменили. Конечно, они нам не скажут, они будут молчать до последнего. Потому что это же с балансом связано, правильно? А игрокам же не нравится, когда балансные правки какие-то делают. Рыбку можно там пофармить. Вот, и они обычно не любят про такое говорить. Так, он куда? Они вместе? Там тоже он какое-то пузо толстое плавает. Тоже пиратов фармит.
Так, Бармалей, давайте попробуем. Блин, не так стрельнул, но... Ну ладно. Да, мне огонь намного больше стал урон наносить, нежели сами корабли. Ну а чё он там снес? 30 хп. Так, зараз пофармим, ребят, работяг. Работяг, ребят, пофармим. Немножечко. Так, что у меня там по мушкетеру 30, 50? Я матросов, короче, все нафармил, ребят, сейчас нафармил матросов. Матросов у меня слишком много. Матросов у меня много, у матросов нет вопросов, да? Но мне не матросы, ребят, нужны. Мне нужны... Да, в принципе, и матросы, в принципе. Я просто фармлю. То есть просто стреляем по пиратам и смотрим, что получается. Торгаш. У меня 200 рыбки есть, может что-нибудь попробовать обменять. И там эти есть. Развалины. Тоже можешь попробовать обменять какую-нибудь пушечку. Не обменять, а найти. Или к торгашу мы не поплывем, наверное. Торгашу, я думаю, может пока не плыть. Нет, ничего не выпало. Так, надо, ребят, я думаю, да, куда-нибудь вот сюда вот сплавать поближе. Вообще, знаете куда? Надо вот сюда, в опасные воды 3. Куда-нибудь вот сюда, может быть, поближе туда, повыше. Там пожирнее пираты. Их побольше, здесь мы просто плаваем, здесь... А тут что, пусто? А тут пусто, я думал, тут... Я думал, тут что-то есть, а тут ничего нету. Плывем. Там тоже торгаш? Это торгаш, по-моему, да, плывет? Тут ничего нету. Да, тут мелочь плавает, вот это вот. Мелочь, это неинтересно мне сейчас фармить. Мне нужно кто-то покрупнее. Да, вон торгаш на этом. На Нептуне, по-моему, донатном, да? Это донатный Нептун, ребят. Это донатный Нептунчик плавает. Ветер нам опять, ребят, сегодня не повезло с ветром. Ветер дует нам в рожу. Не очень хорошо. Хотелось бы как-то немножко получше. Так, ну куда ты поплыл? Алло, я за к тебе же плыву. Поймите, рыбку что ли там форманем? Тут тоже рыбка есть. Хоть какая-то польза, пиратов нет, хоть рыбку пофармим. Так, уголь забираем, да. Боевые марки надо было забрать. Ну ладно. Марок у меня, в принципе, пока много. Мне пока хватает. Не, их девать некуда, в принципе. Пускай лежат до лучших времен. Может быть, когда-нибудь что-нибудь сделают. Там их куда-то, может, будет очень хорошо обменивать. Либо за них какой-то хороший товар покупать. Конечно, навряд ли разработчик что-то сделает, но... Может быть, может быть. Будем надеяться. Что-то одни торгаши. На торгашей я нападать, ребят, не хочу. Я именно выискиваю пиратов. Хотя можно и на торгашей напасть. Неплохой улов, 210. Вот, можно, конечно, и на пиратов напасть. Ой, на торгашей напасть. Но я не знаю, я не нападаю на пиратов, знаете. Ой, на торгашей. Я на торгашей, ребят, не нападаю. Я сам же торгаш, понимаете, как я могу на своих же напасть? Это какой надо быть паскудой, чтобы нападать на торгашей? На честных работяг. Сагрели двух ребят. Море, говорит, пахнет смертью. Море пахнет какашками, понимаете, они же сейчас обосрутся. Они сейчас обосрутся. О, один уже обосрался. Он сейчас вообще что ли прогорит? Алло, не гори полностью-то, останься. Хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть у тебя хп должно остаться. Да, давай я тебя зафармлю сейчас. Ого, забираем пленных. Давай, прогорай.
Забираем то, что есть. Тройные пушки. Два. Три. И на перезарядку. Ну, сотню снесли хп, хорошо. И потом вот этим подровняем. Вот так вот. Слушайте, огонь-то им, кстати, хп очень хорошо сносит. Я вот тоже еще заметил. То есть не только мне. Что ты стреляешь-то, подожди. Не только мне хорошо хп огонь теперь сносит, но и им, как я понимаю. Ах, так, ладно, давайте тут еще повоюем немножечко. Пока так, как бы, ну, корабль пока себя нормально ведет. То есть уверенно. Пока уверенно себя ведет. Пока меня устраивает. Как он себя ведет. Это кто? Это торгаши. Торгашей, как я сказал, мы не трогаем. Мы нормальные пацаны. Причем, знаете, нет достижений, типа гроза пиратов. Там, знаете, каждые, не знаю, там 10 затонувших. Если ты топишь 10 кораблей пиратов, там дают достижение гроза пиратов. Там же таких нету, да, по-моему, у нас. А где достижения-то посмотреть? Медали? Нет, я уж не помню. А где достижения смотреть? А, там на эту надо нажать. На другую кнопочку. Почему-то разработчики про это не додумались. Да, там на Escape. Мой профиль. Первая жертва. Испытание. Медаль мастерства. В поиске сокровища и вот есть. А допустим, это поиски сокровища, это когда 4 сокровища подряд находишь. То есть 4 облутываешь чего-нибудь там 4 раза подряд. А почему, допустим, каждые 10 пиратов не дают? Вот 10 пиратов замочили, дают достижение, там вот это вот, типа, гроза пиратов. Почему нельзя такое сделать? Что, жалко? Вот по маленьким стрелять неудобно, ребят. Маленькие, конечно, да. Можно, можно, не знаю. Разработчики, видимо, сами пираты просто. Из-за этого не хотят. Сейчас мы его просто, ребят, затараним все. Сейчас мы его вынудим сдаться. Я его просто тараню, ребят. Я его просто тараню. А он просто ничего не может с этим сделать. Я на таком большом корабле, просто такой маленький таранью, все. Куда поплыл стоять? Да, он просто сделать ничего не может. Бедненький. Бедненький маленький кораблик. Я не знаю, зачем он на меня сагрился, ребят. Я просто лутаю, забираю то, что принадлежит мне. А он что-то выкабенивается. Ну так, ну в принципе показывают себя неплохо, таких вот пиратов мелких, конечно, но... Не знаю, конечно, топить. Покрупнее бы пиратов найти бы. Тут мелочь плавает. Пойдемте рыбку форманем. Покрупнее, это все мелочь, вот это шестые, это все мелочь. Мне бы уровень четвертый вот найти бы. Третий. Вот там надо будет сравнивать. Хотя я и так, в принципе, понимаю, что этот корабль неплохо себя покажет против таких пиратов. Но вот куда ты вот плывешь? У них прям мания. Мания к тебе под эту прыгнуть. Прям под твой корабль. Самоубийцы долбанные, блин. Интересно, а 48 тонн, да, вот у меня? А сколько рыбы сюда влезет? Ну, то есть, вот 48 тонн, это сколько рыбы? Так, вес рыбы 3. 3, сейчас разделим, ребят, сейчас посчитаем, мне интересно. Если я возьму 48 тысяч, я поделю на 3, потому что вес каждой рыбки по... 3. 16 тысяч рыбы, ребят. То есть ко мне влезет 16 тысяч рыбы. Ну, если фул забить, прям, да, 48 тысяч.
16 тысяч рыбы можно увезти. Так, смолу это забираем. Это нам все надо. Так, поплыли. Я думаю, нам бы вот туда вот надо бы поплыть. Туда повыше, вот сюда вот. Да. Пиратов именно там. Это мелочь. Опять стоит 6 левела. 6 левел нам неинтересен. С тобой можно миска поесть. Съедим миска. 86 пленных. Я считаю, неплохо, в принципе. На халяву-то. Да, ребят. 86 пленных на халяву очень неплохо. Я, знаете, что не пойму? Почему разработчики до сих пор маркеры нормальные не сделают на мини-карте в правом нижнем углу? Почему маркеры нормальные не сделают? Почему все корабли у меня отмечаются красным цветом? Красным цветом должны отмечаться агрессивные корабли, которые против тебя настроены агрессивно. Торговые корабли, не знаю, должны там отмечены быть, не знаю, там, голубым каким-нибудь цветом, зеленым, да, то есть это торговый корабль. Они не агрессивные. То есть они должны быть нейтрального цвета такого. Пираты красного цвета, да, какие-то агрессивные. То есть должно быть так. А у разработчиков почему-то все маркера, почему-то все красные. Торговые, неторговые, типа, ну... Так бы удобнее было. Ты все-таки плывешь, смотришь на мини-карту, сразу понимаешь, то есть какой там корабль. Чтобы не сидеть, не вглядываться по парусам там. Не по парусам, а по флагам, да. Ты сразу раз, ага, видишь на мини-карте, какой корабль. Серьезно, ты с 41 хп решил напасть на него? Ты больной? Видимо, да. Видимо, он больной. Так, я уже доплыл до сюда, но можно еще сюда подплыть. Что-то здесь кораблей жирных нету, пиратских. Обычно здесь всегда жирные, ребят, пиратские корабли. Какая-то мелочь одна плавает. Что сегодня за день такой? Всех жирных скушали, что ли? Где обычные-то корабли? Так, ребят, можно я тут как-то проплыву? Ну, сбавь скорость. Ну, вот сбавь. Ну, вот, вот, вот. Ну, еще правее возьми. Вот, молодец, умничка. Ну, видишь то, что я дурак. Плыву просто на таран. Знаете, куда можно сплавать? Вот сюда куда-нибудь еще. Куда-нибудь сюда можно сплавать. Там что-нибудь тоже, может, найдем. Что-то, а где все пираты-то? Ну, это большие-то пираты. Одна мелочь плавает. 6-й ранг пират. А где тройки-то плавают? Наверное, надо ближе вот сюда, на самом деле, плыть влево. Но здесь их тоже раньше было достаточно. Их здесь тоже раньше было достаточно, но они куда-то все делись. Знаете, что я думаю? Вообще неплохо было бы дом вот сюда перенести. Личный остров, ребят, отсюда перенести сюда. Вот сюда вот, вот где вот я сейчас нахожусь, отсюда. Мне было бы намного ближе, ребят. Мне было бы, ребят, намного ближе плавать. Также бы все предприятия у меня все равно бы работали. Предприятия все равно бы, да, также работали. Все было бы хорошо. Но плавать было бы ближе. Между... Сан-Мартиносом, так как я здесь обитаю, да? Ну, ладно. Хотя, в принципе, здесь, где у меня стоит, здесь тоже, в принципе, неплохо. Там здесь есть, тем более, ТП-шка у меня открыта, прокачана. Я могу телепортироваться. Так, мне как? Мне про... Ага, мне правее надо. Так, где все-то? Плаваю в опасных водах 3-го ранга. Корабли вражеские. Неужели сюда, в Дэвиус, надо плыть, блин, в 4-й ранг? Тоже торгаши. Это мелочь. Да, не туда я немножко поплыл, конечно. Получается... Но здесь должны быть. Торгаши-то... Ой, торгаши эти здесь обычно плавают. Крупненькие, жирненькие такие дядечки. Тоже же плавали. Куда они все пропали? Не торгаши, а пираты-то где? Че, пираты закончились? Все, я вышел на охоту, пираты закончились.
Трындец. Тоже торгаши. Что, торгашей, что ли, мочить? Я не хочу торгашей мочить, я принципиальный человек. Но это мелкие плывут. Или нет, 129 человек. Не, во, нормально, поехали. О, вот этого, да, во. Во, нашелся цель, ребят. Как раз звездявого. Он как раз мощный, ребят. Мощный звездявый. Так, поставим себе метку, что там уже зона. Мощный звездявый, ребят. Еще один звездявый. Пошел сраку. Давай сразу заплатку поставим, потому что сейчас по нам долбанет, нам будет не очень хорошо. Собака. Да, я говорю, что нам сейчас будет не очень хорошо, это я был прав. Так, ну все, в принципе, его можно на абордаж брать. Трындец, разворачивайся давай. У него, да, у него снаряды хорошие. Сейчас горю, блин, половина хп сгорит. Да трындец. Я могу его потопить нахрен? В принципе. Ты что не берешь на абордаж-то, алло? Почему у меня до сих пор нету метки, что я на абордаж-то мог бы взять? Да, у меня все хп нахрен сбил, пока я с ним здесь танцевал, блин. Они какие-то еще маневренные очень стали, я вот это тоже заметил. Прям очень маневренные стали. Ну, как не прям очень, да, но достаточно маневренные. Ты кто такой? Тебе что надо? Так, ну тебя я это, да, я как бы искал себе с кем повоевать, но... Трындец. Я искал с кем повоевать, но не сразу же, чтобы все приплыли ко мне. Все сразу налетели, блин. Мы этого можем потопить нахрен, в принципе. Давайте еще одну заплаточку поставим. Что-то у меня как-то, да, то никого-никого, да, ребят, то сразу налетели стадом. В целом. Куда ты там плываешь-то? У него паруса 89. Паруса сбиты. А вот это вот с ним, да, это его друг. По ходу дела. Да, сейчас они меня вдвоем окучивают, видимо. Мы его догоняем. Так, вот этот друг у него сзади плывет с 1000 хп. Его тоже надо будет как-то окучить. Вы же друзья, да, сраные? Я ж знаю. Спасибо за ремнабор, кстати говоря. Так, ну, неплохо, неплохо, разбираем, пушки хорошие. Так, второго берем. Ну, что я могу сказать про фарм пиратов? В принципе, неплохо, но опять же, с учетом того, что, ребята, это прям торговый корабль, да? Это торгаш, это не боевой корабль, это торгаш. И он такую грязь тоже делает, да? То есть, ну, неплохо довольно-таки, я бы сказал. Грязь мы сделали. Так, а там звездявый-то уплыл, да, получается? Он там, по-моему, тут плавает. Кто там плавает?
Так, нам туда нельзя, да? Может, до торгаша, кстати, доплыть? Туда и сплавать до торгаша. Рыбку бы я вот тут хотел бы зафармить, но я, наверное, смогу ее зафармить. Так, нам надо отремонтироваться. Что у нас по экипажу? У меня, кстати, матросня в основном. Да, у меня реально одна матросня, блин. У меня солдат-то нету. Так, короче, я туда не доплыву, ребят. Вот плывет еще один мой потенциальный клиент 4-го ранга. О, кстати. Не, вот мой потенциальный клиент. Вот это вот мой потенциальный клиент. Все, поплыли. А этот, так, ни о чем. Сколько у меня там? 130 пленных, нормально. Работяг, работяг, набираем, ребят. Два искуда нашли. Потом куда-нибудь пригодятся. Ну-ка, давай-ка, ты слабенький у нас как раз. Я люблю слабеньких. Слабеньких пиратов и самые сочные. Ну куда ты, бляха, ты, муха, летишь? О, дебила, кусок. О, это сложно. Это, ребят, сложно. Да, мне 600 хп снес, но это я просто прогорел, ребят. Поджегся и прогорел. В принципе, то мне хп-то вообще, можно сказать, не сносил. Награбить, поджечь, одногладкая, да, гладкоствольная. Но это фигня, на самом деле. Копеечную стоит там. Хрен да ни хрена. Сколько она там стоит? 3000, по-моему. Вообще ни о чем. Давай, 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 чинись, чинись, чинись. Такое себе, конечно. Ну, нормально, в принципе. Нормально, но прогораю я как-то очень быстро, мне кажется. Я уже про это миллион раз сказал, да, но мне кажется, что это разработчики подправили. То, что огонь начал наносить больше урона. Это прям, ребята, чувствуется. То, что больше урона надо поставить за место вот этой хрени, облегченный корпус. За место нее. Маневр плюс, блин, 3 придется убрать. Придется поставить, наверное, защиту от огня. Процентов 25. Чтобы поменьше сгорать, ребят. Во! Мои клиенты. Мои, ребят, клиенты плывут. Они куда-то уплывают в другую сторону. Они увидели меня и уплывают в другую сторону. Тут рыбка есть, кстати, еще. Да, тут рыбки много. Ребят, стойте. Блин, они сейчас уплывут в эти опасные воды. Туда им. Куда мне нельзя. А то меня разденут. Блин, а что, за вами гоняться буду? Это вы должны за мной гоняться, а не я за вами. Вы ж пираты. Вы же видите, какой у меня сладкий и сочный трюм. Что у меня, кстати, по перевесу? Все нормально. Нормально. Ну, у нее слабая защита. Да, он сейчас тоже прогорит. Сдаем задний, ребят. Задний ход. Я, нет, не сдам задний ход. Он пытается вывернуться. Да, и... Короче, иди в жопу. Все, прогорай. Хотел по-человечески тебя взять на абордаж. Он мне пол хп снес, ребят. Хотел чисто по-человечески его взять на абордаж. Он не захотел. Ну, не ходишь как хочешь. Вот теперь тони. Ревнаборы начали чаще, кстати, падать.
тоже заметил. Так, пойдемте доплывем до острова, посмотрим, что здесь у нас происходит. А где тут рыбка еще была? Или ее забрали уже? Сахар, да, там что-то выпало нам. Угу. Золото, сахар, обломки. Пиратов только этих, пленников не взяли себе. Все, поехали. Поехали. 25 тысяч, ребят, вот, пожалуйста. Кстати говоря, да, сколько за полчаса? Полчаса 25 тысяч нафармили. И то, на самом деле, я не особо что-то стараюсь что-то фармить. Ну, 25 тысяч. 25 тысяч мы нафармили с тобой. Изи, изи. То есть в час 50 тысяч можно спокойно фармить, ребят. 50 тысяч в час — это спокойно. Опять же, не напрягаясь, там не плавая. О, кстати, вот это да. Здоровый дядя какой-то. Это патруль? Нет, это не патруль, да, это... Это пират. Ой, а, нет, это патруль, а патруль-то чего они? А, ладно, вигады этого, понятно, я думал, это пираты плавают такие. Нет, туда мы не поплывем, в зону боевых действий. Особой повышенной напряженности. Я очень хотел здесь. О! Мой друг. Кореш мой плывет. Друга, не надо поздороваться. Так, что у нас здесь? Снасти забираем. Пластины тоже забираем. Они не нужны. Что, по рыбке еще 300. Хорошо. Обломки бы собрать, ребят. Он плывет как раз против ветра. Надо другу помочь. Он не понимает, что плыть против ветра — это бессмысленно. Он немножко, ну, глупенький, немножко... Все-таки, видите, еще четвертый ранг только у него. Еще не научился, еще не понимает, что нужно плыть-то по ветру, а не против ветра. Потому что плыть против ветра — это глупо. Почему я делаю два выстрела за место трех? Они же трех это... У меня аж пушки-то на три выстрела. Почему я делал только два выстрела? Что-то я вот этого не понял. Я же два выстрела делаю. Хотя, может, я там что-то не понимаю. Может, я там делаю где-то еще один выстрел, потом еще. Да все, все, успокойся, господи. Стреляет он по мне. Ага. Давай мне, что там у тебя есть? Это друг мой, просто друг. Он делится. Он делится пожитками. Ой, печать костили две штуки. Накинь мне там мясца еще. Покормить экипаж надо. Хрен. Не накинул мясца. Говорит, сам ищи мясцо. Жадный какой у меня друг-то. Порыбачим. Давайте заберем. Забрали немножечко рыбки. Развернемся, заберем еще там рыбки. Кстати, еще пират плут, еще можно их пофармить, двоих сразу. Это опасное дело, ребят. С двумя сразу иметь дело — это опасно. Хотя можно. Или не надо. Так, ладно, рыбки я немножко пофармил. Это что-то тут плавают около меня. Видимо, хотят баталию. Они от меня не отплывают, ребят. Мне кажется, они хотят, чтобы я их откомутозил. В принципе, можно плыть домой. Я, в принципе, ребят, потестил.
потестил кораблик против пиратов. Ну, неплохо, да. Опять же, брать то, что это торговый, ребят, корабль. Довольно-таки он себя неплохо показывает. Как в плане торгового-боевого, да, он неплохо показывает, но все-таки он больше для торговли. Да, пиратов можно хреначить, и довольно-таки, как я уже сказал, неплохо. Вот. Можно, можно. Если хочешь, можно все. Но все-таки Мартхаул, вот этот, который я там плавал на нем, все-таки как-то мне кажется, больше он мне нравится, потому что он все-таки у него проекция меньше, то есть, ну, у него он сам меньше, да? И он как-то себя увереннее чувствует. Ну и маневренность у него там побольше. Это важно, вот когда ты вот такие корабли догоняешь. Видите, я даже их что-то догнать особо не могу. А куда вы уплываете-то, алло? Нет, этого я вот догоняю. Я, в принципе, с ними на равных плаваю. То есть я торговец жирный, плаваю на равных вот с этими кораблями. Давайте попробуем, может, они меня сейчас заберут. Может, не смогут забрать. Давайте поставим заплаточку сразу. Так, почему я не могу его на абордаж взять? Потому что он стоит боком. Слишком у него... Да ну ты определись, куда ты плывешь-то, друг. Ну вот. Вот, молодец, прям ко мне в ручки. Он не понимает, куда ему плыть. То ли влево, то ли вправо. Уперся мне в жопу, блин, своим носом. И пытается непонятно что сделать. Слушайте, жирный, смотрите какой, да? Прям жирный, прям долго я его что-то разбирал. Потому что я уже говорил, у меня большая часть экипажа это матросы, блин. А не эти, как его? А не солдаты там или мушкетеры? О, звездявый. Справа. Друганя мой. Все, стой. Неплохо, кстати, неплохо, в принципе. Так вот, ХП быстро сбивают, конечно. Сейчас везде его там попробуем еще это охмурить. Давай мне это. Ресурсики. Ну, дерево, ладно, спасибо хоть на том. Блин, он сейчас уплывет, да, туда, в бескрайку эту. Да, он тут прямо, да, я за ним не поплыву, ребят. Он уже за границу туда заплывает. Собака перекрылся, понял, что ему жоп, короче. Он перекрылся, там скрылся, трус. Испугался какого-то торгового корабля. 27 тонн, ребят, на 32 тысячи вот нафармили. В принципе, опять же, я особо не фармлю, как вы видите. Хотя рыбку, если еще обменять на нужные ресурсы. То есть за час, я говорю, спокойно можем 50 тысяч делать. Спокойно. Даже если у тебя маленький корабль, если даже маленький корабль, ты все равно сможешь делать ресурс. Просто плаваешь, перевозишь назад на базу, да, там либо на личный остров, либо в порт. И все, и просто плаваешь вот между портом и пиратами. И все, фармишь пиратов, фармишь рыбку, рыбку обмениваешь у торгашей. И все, так и живешь. Вон торгаш плывет, да? Сейчас к торгашу подплывем. Наверное, если сможем. Вот такая серия, ребят. В
принципе, я уже сказал, ну, в принципе, неплохой. Но мне все-таки не хватает у него маневренности. Все-таки хотелось бы маневренности побольше. И надо за место облегченного корпуса, ребят, все-таки, я думаю, поставить сопротивление огню. Я, наверное, это сделаю и протестим в следующей серии. Мы, наверное, еще пофармим немножечко с тобой пиратов. Вот, и мы протестим сопротивление огню. Посмотрим, как это работать будет. Это сопротивление. Потому что уж больно интересно. На 25% там, по-моему, да, сопротивление огню можно поставить. Так что надо будет посмотреть. Так, молодой человек, давайте я вам 500 рыбки отдам. Обменяйте меня, наверное, на уголь, на что-нибудь. Во, давайте, уголь забираю. В принципе, свежее мясо тоже можно уже забирать, ребят. Как я говорил, свежее мясо мне теперь нужно на порционы. Порцион надо будет тоже как-нибудь, ребят, скрафтить. А куда я, кстати говоря, поплыл, ребят? Ха-ха-ха-ха-ха. Мне ведь надо пиратов скинуть. У меня 170 пиратов, ребят. Их в порту не примут. Их надо скидывать на остров на свой. Трындец. Мне на свой личный остров доплыть. А потом, в принципе, я с помощью переправы могу тпхнуться, ребят, с личного острова. Я все это скину на личный остров. Все равно, да, в принципе, это все можно скинуть туда. И пленников, и фрукты, и... Да-да, туда все скинуть. Вот, туда скинуть, оттуда я уже тпхнусь с помощью телепорта, у меня же телепорт есть. Я же маг в третьем поколении. Поплыли до личного острова. Так, ребятушки, доплыл я до... Туда, куда надо доплыть. Вот, там немножко, кстати, я еще повоевал. Да. Ну, парочку этих замочил. Звездявых, там мне пушечки немножко выпали. Вот, доплыл, все сгрузил. В принципе, здесь 407 тонн. Опять, кстати, бы, да, товар бы на самом деле отсюда бы забрать. Железную руду бы надо забрать. Рыбу бы на самом деле забрать. Это все по мелочи надо забрать. Перевести все на основной остров. Туда. Я, кстати, апнул, ребят, 25 левел. И когда апнул 25 левел, у меня открылось в навыках. У меня открылась легенда, ребят. Что такое легенда? Здесь за золото можно дополнительно купить себе очки развития, то есть навыков. Вот, 250 тысяч стоит, 500 тысяч, 750, миллион, миллион 500 и миллион 500. То есть 1,5 миллиона, да? То есть можно их купить, но здесь не просто их покупаешь. Вот, допустим, один навык за 250 тысяч я могу купить. За 500 тысяч нужно 500 тысяч, да, дать. И плюс достижение путешественник. Здесь нужно деньги и достижение коллекционер. Здесь тоже деньги и определенные достижения. Здесь просто за деньги можно купить. И здесь тоже известность. Тоже нужно 1,5 миллиона. Плюс нужен корабль. Три корабля, которых у меня нету. Это, видимо, топовые, да, как я понимаю, корабли какие-то. Вот, у меня их тоже нет. Ну, в принципе, эти навыки мне не нужны. Это просто дополнительные очки навыков. Можно купить, но мне, я не знаю, мне навыки, в принципе, я уже, наверное, все вкачал, то, что я хотел. В принципе, а я еще, в принципе, могу... Еще 5 очков навыков я получу. Стрельба по одному снаряду повысит. Ага. Кстати, прицельный огонь. Я ведь могу тоже прокачать. Стрельба по одному снаряду позволит повысить пробитие в 1,5 раза обычным орудием. При стрельбе по носу... А, и корме, понятно. Разовый залп. А, я помню, ребят, некоторые писали, там, типа, зажми Alt, и у тебя там разовый залп будет. Да, переключение на Alt. Вот, точно. Мне просто писали ребят некоторые, типа, можно стрелять разовым залпом. То есть нажал, зажал Alt, и сразу разовый залп. А чтобы его вот... Я говорю, а у меня такого нету, почему у меня не работает? А здесь надо, видимо, вот, навык этот вот прокачать для разового залпа. Нужно прокачать навык. Да. Есть также двойной залп. С двух бортов сразу. Да, но этим я не пользуюсь, в принципе. Мне не нужно. Мне это, в принципе, не нужно. Захваченные корабли будут ремонтироваться. 50% прочность, на это мне не надо.
до 3 в эскадру. Я не знаю, в принципе, что здесь можно еще прокачать. Наверное, вот это я бы, наверное, прокачал, но это потом только. У меня навыков не хватает. Лимит 1000 единиц, крафт времени и скорость восстановления 45 единиц в час. Вот это надо бы прокачать. Да. И вот этот сплав тоже можно было прокачать. Так далее, да, то есть можешь что-то прокачать. Такие вот дела, ладно. Это потом, в принципе, то, что надо-то я уже прокачал. А так там уже баловство. Увидимся с тобой уже в следующей серии. В следующей серии, ребят, еще немножко позанимаемся пиратством, да, так сказать. Ну как пиратством, поочищаем земли наши от пиратства. Вот, поплаваем, поделаем. Почистим, потестим еще кораблик. В принципе, корабль себя показал неплохо, но вот что-то мне не хватает в нем. Наверное, не хватает, наверное, немножко маневренности какой-то. Но опять же, он здоровый такой корабль, конечно. Вот, а так, в принципе, неплохой, как и торговый, как и против пиратов повоевать, почистить. В принципе, неплохо. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.